Спасаясь от бомбежек, свистопуль и угрозы смерти, Елена с мужем и четырьмя детьми была вынуждена оставить все, что ей было дорого на родной Украине. До Беларуси семья добиралась транзитом через Польшу. После прибытия пришло осознание, что не зря выбрали Брест. Ведь здесь их встретили радушно, как своих. Красный Крест нам помог разместиться в общежитии. Мы там прожили полторы недели. За это время мы были в центре занятости, там нашли, нам предоставили списки вакансий, куда можно обратиться. Мы обзванивали. Многие, конечно, отказывались, кто-то вот рассматривал наши кандидатуры. Остановились мы на Агрокалядичи, которые нас сразу приняли, предоставили и помощь, и жилье, и всевозможную поддержку. Говоря об этом, молодая женщина не может сдержать слез, но плачет она сегодня от благодарности к людям, которые не оставили в беде. Люди нам очень помогают, как жители нашей деревни, так и обычные. Водитель, который нас сюда вез, он помог с размещением. Первый, мы только приехали еще, было рано утром, Красный Крест тогда был закрыт, по ночам не работает. И мы приехали, он нас разместил, помогли нам люди, вот все, и вещами, и продуктами, и даже денежкой иногда помогают. Помогают просто советом, просто поддержкой. У нас много есть для них помощи такого рода, как гуманитарная помощь в виде продуктов, гигиенических наборов. У нас есть пункт временного размещения в Институте развития образования в общежитии, что тоже хорошие пункты для того, чтобы люди какое-то время акклиматизировались, поняли, где они находятся, какие дальнейшие планы они будут строить с семьями, с детьми. Конечно же, очень, наверное, жирный плюс такой, что в нашей, по крайней мере, Брестской области создана рабочая группа, где задействованы все структуры, которые имеют отношение не только к размещению, но и здравоохранение, и образование. С управлением по гражданству и миграции у нас вообще тоже тесное сотрудничество. В управление по гражданству и миграции молодая женщина пришла, чтобы оформить необходимые документы на предоставление дополнительной защиты. Всего за время проведения спецоперации к сотрудникам управления за помощью обратилось 154 человека, приехавших с Украины. В Украине, на самом деле, конфликтную ситуацию мы признаем как проблемную, и людям из этой страны, соседки, мы предоставляем дополнительную защиту. Она предоставляется на один год. Она продлевается в случае, если обстоятельства не исчезают, не прекращают свое действие. Какую помощь мы оказываем? Первоначально мы каждому обратившемуся предоставляем одну базовую величину стандартно, плюс 3, от 3 до 5 мы можем предоставить при необходимости или, скажем так, при потребности на одежду и на продукты питания. Кроме этого, мы находимся в постоянном контакте с организациями Красного Креста, Международной организации по миграции, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, которые также непосредственно оказывают материальную помощь ходатайствующим лицам. Сотрудники отдела по гражданству и миграции на постоянной основе осуществляют контроль за пребыванием иностранных граждан. Например, семья Ольги, тоже гражданки Украины, характеризуется положительно. Мама работает на частной фирме, сын учится. На данный момент уже поданы документы на продление временного пребывания. Очень город ваш нравится, здесь очень хорошо, гармонично, мы хорошо устроились, ребенок поступил здесь, поэтому ради ребенка вот здесь и обустроились. Красный Крест нам помогает постоянно, каждый месяц помощь гуманитарную, вот. А миграция все время нас вот звонит, спрашивает там по поводу работы, там устроились или нет. Помощь ли получаем? Начать все с нуля в чужой стране непросто. И главное, что в этой сложной жизненной ситуации в нашем городе есть люди, готовые протянуть руку помощи каждому, кто действительно в этом нуждается.